И, соответственно, когда человек отходит от дел, естественно, хочется так как-то отстраниться. Вот, хочется. И что делают люди, которые отстраняются от работы? Они вот, ну, как бы, могут вот этим заняться. Но это как бы желание, отдохнуть – это желание, но это не предназначение пожилых людей. Предназначение в другом, что освободившееся время, они раньше шли в паломничество по святым местам. Они просто ходили, ну, муж с женой пожилые, они просто ходили, ездили по святым. Время появилось, деньги есть. Они просто ездили по святым местам, не по курортам, соревнуясь с молодыми, как бы, а с, как это сказать, пытаясь задержать красоту. Нет, они не этим занимались. Они просто занимались тем, что паломничество ходили. И когда, ну, там еще был этап, когда мужчина, он вообще отречение принимал, то женщина возвращалась домой к своим старшим сыновьям, и они там это делали. Ну, она жила у них. Вот три, для разных возрастов три предназначения. Ребенка учили принципам самого детства. А взрослых людей они учились заботиться о других. Вот. И пожилые люди, они свободное время тратили на то, чтобы ходить в паломничество, заниматься, ну, больше заниматься какой-то чистой деятельностью.